Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы покажем вам, как правильно заменить испаритель в Elif iJust 3. Для начала рекомендуем вам отключить питание аккумулятора пятикратным нажатием на кнопку Fire. Это делается для того, чтобы при замене случайно не сжечь новый испаритель. Затем открутите верхнюю часть бака вместе со стеклом. Против часовой стрелки выкрутите старый испаритель из базы и выбросьте его. А информацию о различии между испарителями можно найти на вкладыше в упаковке с устройством. Также важным параметром для испарителя является сопротивление его нагревательного элемента. Чем оно ниже, тем лучше вкусопередача и большее количество пара способен обеспечить испаритель, однако при этом увеличивается и расход заряда аккумулятора. Достаньте новый испаритель из упаковки и тщательно пропитайте его жидкостью. Для данных испарителей рекомендуем использовать жидкость с содержанием глицерина не более 80%. Вкрутите испаритель в базу по часовой стрелке и закрутите верхнюю часть бака. Заправьте атомайзер жидкостью и дайте ему постоять 5 минут, чтобы новый испаритель полностью пропитался. Спустя 5 минут можно включать устройство и пользоваться им. Обратите внимание, что испарители с низким сопротивлением рассчитаны на сильные, достаточно короткие затяжки при большом обдуве. Если при использовании низкоомных испарителей затяжки будут слишком плавными и длинными или же обдува будет недостаточно, то это может привести к тому, что пар будет горячим, а сам испаритель может преждевременно выйти из строя. Мы же рекомендуем вам попробовать разные испарители и выбрать для себя тот, который лучше подходит для вашего стиля парения. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нетбай и до встречи на нашем канале.